В Югре усилят профилактику ВИЧ в трудовых коллективах. Этому вопросу посвятили заседание профильной рабочей группы. Как отметили участники заседания, в округе более 70% ВИЧ-инфицированных старше 30 лет. Поэтому именно в трудовых коллективах необходимо проводить профилактическую работу и тестирование. В Югре будут внедрять также в практику инструктажи по охране труда, обучающего модуля «Профилактика и лечение ВИЧ-инфекций».